деякі люди з «Нафтогазу» можуть не погодитись і сказати, а на що нам скидка 25%, якщо вона і так у нас залишається? А якщо зараз прибрати саме ці посередницькі 25%, то як у них залишиться? Так, ну, так? Про це ви кажете зараз? Вони ж не посреднічні. Вони навіть не посреднічні. Государственная структура «Нафтогаз України» не подконтрольна украинскому правительству. Вы натекаете на зовнішнє керівництво? Цены, оплаты, которые назначает вот этот наблюдательный совет, сидя в Лондоне, Коболеву, он же их назначает не за свои деньги. Вот собрался наблюдательный совет и говорит, сколько Вася будем платить? Ну, давайте ему 1000 платить. Окей, собрались, заплатили. Не, нифига. Они распределяют там, а платим мы здесь. Тогда у меня вопрос, а меня что, кто-то оккупировал? Меня кто-то взял в плен, и теперь мне рассказывают, сколько мне платить? Слуга ведет себя настолько, насколько ему позволяет хозяин. Так вот, если, наконец, опять-таки, концептуальный подход. Хочет человек воевать? Дайте ему форму, пусть воюет. Хочет человек жить по европейским ценам, по европейскому рынку, дайте ему билеты, пусть едет в Европу. Все семьи их там живут, кстати, в Европе. Мамы, папы, дедушки, бабушки. Они сюда приехали. У нас же вся Украина поделилась на заработчан. Одни те, которые попроще, они едут куда-то и своим трудом зарабатывают деньги где-то там и присылают сюда. Ну, скажу, заработчане зараз переезжают, там залишаются. А другие заработчане приехали сюда. Они здесь зарабатывают наши с вами деньги. Коболевы, Абрамавичусы, всякие чусы, чуки и геки. И эти деньги, которые заработали здесь, отправляют куда-то туда. Так вот наши заработчане своим потом и кровью зарабатывают и присылают сюда. Там, тысячи евро. 10 миллиардов. А мы с нашего кармана. А эти отсюда переводят и эти 10, и еще прибавляют и уходят туда. А мы сидим и смотрим какой-то мультики «Витька в 39-м царстве», который говорил этим двоим из ларца. А вы что, и есть за меня будете? Ага.